Еженедельно в Ленинском районе общими силами нескольких организаций и активных жителей проводят уборку зон отдыха. Совсем недавно очистили от мусора Булатниковский лес. Теперь пришел черед лесопарка за Ольховой улицей. Конечно, эти акции, вот они должны продолжаться постоянно, потому что жители, в общем-то, видят ту грязь, которая накапливается. Лес находится в государственной собственности, муниципальных средств не предусмотрено на его содержание. Но, тем не менее, администрация приняла вместе с жителями такое решение выйти на субботник и для самих себя почистить, сделать наш город красивее. Со стороны людей жалоб о загрязнении зоны отдыха поступает много, но на призыв принять участие в субботниках откликаются единицы. И все же благодаря неравнодушию людей в наших парках становится чище. К сожалению, убираются не те, приходят на уборку территории, не те, кто мусорит, а те, кто любит чистоту, те, кто любит свой район, свой город. Каждую весну, каждую осень по мере необходимости. Люди приходят с семьями, приучают детей к порядку, чтобы уже с малых лет они с уважением относились к месту, в котором живут. Семья Дмитрия Лиликова сегодня здесь в полном сборе. По этому лесу гуляем, поэтому приятно, когда он чистый, вот, весь ухоженный. Поэтому вот, мы сами для себя же стараемся. Проект губернатора «Чистое Подмосковье» сплотил людей, любящих природу, а также сделал город гораздо чище. Есть поручение губернатора, оно называется «Чистое Подмосковье», поэтому практически, может быть, там, через выходные или каждые выходные мы стараемся выходить на субботники в ближайшие леса и помогать убирать вместе с жителями, вместе с администрацией, вместе с управляющими компаниями, с непосредственно которые вблизи дома. Самое главное, чтобы люди понимали, насколько важно, в какой окружающей среде они живут. Ведь чем чище будет город, тем крепче будет их здоровье и лучше настроение. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.